Они приближаются. Хорошо. Жаль, здесь нет моих учеников. Им было бы полезно посмотреть на эту демонстрацию воинского искусства и поучиться. К бою, чужаки! Вам предстоит сразиться со мной, повелителем клинков Таяком! Квадрат, 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 нахуй все. Побежали туда, побежали в тупик. Пробегай просто за тамочным красным. Побежал, побежал. 8 метров. Ветерок и шторм. Шторм. Я не побегаю. Дайте боб. Соберемся. Квадрат, квадрат. Все, блядь, ровненько в квадрат. Охуеть. Сейчас бабло прям не видно нихуя. 3, 2, 1, добро. После этого рыка... Ну ладно, чуть-чуть прав. Шторм сейчас будет. Ветерок и шторм. Подбегаем. Кто? Сова. Понятно. Понятно, нахер не надо ничего. Вы, блять, хуи. Так, ветерок. И добав. Три, два, один. Ветерок ударует. Так, пятаки. Так, сейчас сбегаемся. Боб, стил под дисперсией должен жить. Квадрат. Нет. Квадрат. Он дамажить должен. Так, сейчас. Следующий шторм и разбегаемся. Так, 3, ветерок 2, и добав. 3, ветерок 2. И добав. Чуть-чуть это не... Добав, да, я чуть. А, сейчас ветерок и шторм. После него разбег. Ярык. После него выходим. Все, отходим, сюда, отходим, да? подходим, да. Бролер, ты в 10? Да. ПС, дай как подойдет. Угу. На выходе садись, когда мы далеко не уводим. Ну, пойдет пока. Добав. 3, 2, 1. А, ветерок, сбегаемся. Куда ты нахуй, на? Боб будет или меня стоять тут? Готовимся. Да, все нормально. Все, подбегаем. По-моему, фейл. Не, нормально. Квадрат. Сейчас оттуда отведу, там ветерки нехорошо. Ветерок и добав. 3, 2, 1, добро. Савадейнур. Дался? Шторм через 5 секунд. Ветерок. Тихо. Шторм. Дал. Добав. Да господи, сам. 3, 2. Я тут, блядь, исполнился. Дайте бомбу. Ветерок и сбегаемся. Долбов. Сбегаемся. Дека, экзекьютор.
Хватит одного удара. Квадрат, квадрат. Блин, больно, сука, все равно. А, нормально. Ну, просто стаков уже много. Так, добав. Три, чуть-чуть. Все, вай. Нормально стоит. Я не могу зайти, у меня фон. Ветерок и шторм. Без, ты не можешь, без рыка, без рыка. Ближе, все, ближе, ближе. Кто-то сдохнет, по-моему. Все. Спрайт. Последние удары. Снова. Блин, дичь. А, ладно, все. А может удары нужны? Не будет. Это фейл. Ну, купол завалит он там. Да, это же он переведется, переведется. Давайте, нормально. Нормально, я фотал. Нормально. Ну, сейчас запас по времени намного больше. Офспековые транквилы. На 15 секунд. Кабар рычит. Да. Нормально. Только ну, не попадите в говно. Я не просто, да. Все, транки пошли. Я мастер удал. Угу. Сейчас максимум внимания. Давай, рычим. На конце, брат. Пиздец. Так, хайс. Камри, я оставлю. Про 12% помним. Жилин, остаешься? Давай. Голода. 13. Гоу, 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 гоу. Улетаем. Киримся. Камри, дашь ли? Какой рук ты гонишь, что ли? Молодой. Так, когда он там просит? О, улетает. Тут КД жмем. Ну ты все. На край на этот заходите и улетаешь на ту сторону. А, ну ты без того. Делов-то, ёба. Ты пустишь по скиллу, что ли, бегал? Нет, не знаю. Монеты тратить? Ой, я тогда, не знаю, что падает. А что тут вообще падает? Оффхенд. А, я рулю, тут шапка. Ну хер, золото. Что за шапка? Шапки нет. Есть. Золото, ебать. Так же хост. Но она не рестораны разбирает, Рома. Бросить не могу, чё за хуй. Золото. Капюшон обуздание ветров. А нахуй? Завис. Блин, я перед килом из ТС вылетел, когда вы улетели. Сейчас 10% я не слышал, как вы там кричали. Радовались. Да мы не сильно. Прям рядом. Да, вот ну. Вот это же трэш. Очень своевременная ФК. Главное би-би-би, а потом все КФК. Блин, после этих шариков не зорлоки, такой изи-мод кажется сейчас здесь. Да конечно, бред вообще. Даркин тоже слил армию? Даркин тоже. Чё? Да и КДшки армию он слил. Пот никто не выпил, а? Ну, СВ-идите, давайте. Отойдём, кто-нибудь СВ. Много СВ-идет. Давай. Я кошку в ванной заперла. Выкинь ее из дома на время рейда вообще. А я вообще бы эту кошку... Я не слушается, надо пиздить. Все за методики воспитания надо применять, это временное. Я думаю, надо в полицию таки в Томск приехать и уебать ее кошку. Только ради этого стоит туда сгонять. Я живодер, я просто адекватно мафы все дали? Воспитываю. Я тоже считаю, если кто-то что-то не понимает, надо пиздить.
Еду. С коленом поебал? Нет, животных не обязательно пиздить. Нихуя ты кунг-фуист, блядь, с колена поебал, нахуй. Можно электроды к гениталиям подвести.